Здравствуйте. Уважаемые гости, Шурайте, дорогие друзья, братья и брат. Прежде всего, хотел бы вас искренне поблагодарить за то, что вы любезно откликнулись на приглашение посла России в Эстонии Юрия Николаевича Мерзлякова прийти сегодня на. Я хотел бы сейчас огласить то приветствие, с которым Юрий Николаевич намеревался обратиться к присутствующим. Aga mina tahaks teile lugeda tema tervituskõnet, millega ta planeeris esineda ES teha. Уважаемые дамы и господа, lugupeetud daamid ja herrad, искренне рад приветствовать вас на приеме в честь фестиваля «Золотая маска», который, как и сам фестиваль, стал доброй традицией. Olen siiralt rõõmus teid tervitada meie vastuvõtul kuldse maski фестивали пухул, мис сай нагу фестивалисе юба хеакс традиционикс. Уже восьмой год подряд театральный фестиваль «Золотая маска» согревает наши сердца в осеннюю пору великолепными спектаклями и энергетикой исполняющих актеров. Юба хаэксат мастат ярест, театральный фестиваль «Культ маск» сюгисетти соендаб мэй сюдамэй цуре пэрэсте этендустега, ning neid mängivate näitlejate energeetikaga. За минувшую неделю нам удалось увидеть постановки как классических, так и современных произведений в исполнении ведущих российских театральных коллективов, продемонстрировавших свой талант и мастерство, полностью тем самым подтвердив высказывание известного классика русской литературы Николая Васильевича Гоголя о том, что театр – это кафедра, с которой можно миру сказать много добра. Мёдунут недала йоксур, мейл винестус нэха ни классикалисте, куи ка касаэксетте лавастуши, мис мэнгисит вене юхтивате театрите театральсет коллективит, кес демонстририсит нэнде таланти ja meisterlikkust, täiesti kinnitades vene kirjanduse tuntud klassika Nikolai Vassiljevitši Gogoli ütlust, et teater on kõnetool, milles saab maailmale palju head öelda. Сердечно благодарим актёров, организаторов «Золотой маски» с российской стороны, организатора «Золотой маски» в Эстонии Светлану Яльчу за это душевное добро, которое нам подарил этот театральный праздник. Я мы südamlikult täname Venemaa korraldajaid, Kuldse Maski Eestis korraldajat Светланы Яльчек, näitlejaid selle südamliku headust, mida see театральный фестиваль kingitab kõigile meile. Искренняя благодарность, конечно, Министерству культуры Эстонии, городским властям также, спонсорам, партнерам фестиваля за значительный вклад в его организацию. Я миллион сирас тену Линна Валюцусале, культуре министериумиле, фестивале партнерителе и спонсорителе, тея тэкца панусе, эст селле фестивале корральдамиселе. Хотел бы также отметить, что с точки зрения культурных связей России и Эстонии фестиваль является добрым примером уважительного и доброжелательного сотрудничества государств. Я veel tahaks märkida, et meie kahe poolsete, Venemaa ja Eesti kahe poolsete suhete vaatenurgast see festival on kahe riiki lugupidava ning sõbraliku koostöö hea näide. Надеемся, что взаимодействие в культурной сфере поможет нам находить общий язык и в других сферах российско-эстонских отношений. Я мы лодам, что костя культурной сферы айтап мейт ка лейда рюдискельт, а мы как больше это сухете тейстас сферы. Не стоит, однако, забывать, что фестиваль еще отнюдь не закончен. Сегодня вечером нас ждет спектакль театр Вахтангова «Маскарад», в связи с чем я желаю присутствующим здесь актерам театра успешного выступления, а нам, зрителям, новых ярких впечатлений.
Tangri teatri etendus Maskarat ja selle seoses ma soovitan siin kohal olevatele näitlejatele edukat etendust, aga meile vaatajatele uusi ilmekaid mulli. Aitäh! Всем сказать искренне спасибо, потому что здесь я вижу практически всех, кто нам помогал, и государственные структуры, и частные компании. Огромное вам спасибо. И хочу передать небольшой подарок от организаторов с московской стороны, посольству Российской Федерации, которые каждый год нас также поддерживают и помогают. Огромное спасибо коллективам, которые к нам приезжают. Сегодня у нас театр «Моста», который приезжает уже во второй раз и пользуется огромным успехом. Театр из Перми и театр из Москвы, театр имени Евгения Вахтангова, который в третий раз, если я не ошибаюсь, принимает в четвертый раз принимает участие в нашем фестивале. И я хочу передать слово директору театра Кроку Кириллу Ильичу. Рады всех видеть сегодня в посольстве Российской Федерации в Эстонии, в Таллине. Да, действительно, наш театр принимает в этом прекрасном проекте «Золотой маски» уже четвертый раз участие. И скажу, что, наверное, не побоюсь таких слов, что это уже стало прекрасной традицией в театре Вахтангова, что после лета, так сказать, в октябре мы обязательно едем в Таллин на фестиваль «Золотой маски». Поэтому мы здесь уже свободно ориентируемся в городе, знаем многие, так сказать, слова по-эстонски. Поэтому всем организаторам огромное спасибо. Мы сочтем за честь быть и пятый раз приглашенным на фестиваль «Золотая маска» в Эстонии. У нас масса прекрасных спектаклей. Наш театр в прошлом сезоне отметил свой юбилей. Это 90-летие со дня создания отцом-основателем Евгением Вахтанговым, поэтому мы чтем наши традиции и очень рады, что, выезжая в Эстонию, для тех людей русскоговорящих или людей, которые ценят российскую культуру, мы несем тот кусочек тепла, света, который заложил в основание, в фундамент нашего театра Евгений Вахтангов. И в честь сегодняшнего такого дня разрешите посольству Российской Федерации передать два наших юбилейных диска. Это «Слово», где читают произведения русской классики все наши великие актеры. И второй диск – это «Музыка», где поют тоже наши все прекрасные актеры и наш рекламный набор. Поэтому спасибо, что вы с нами. А мы сегодня будем, я очень на это рассчитываю, радовать вас своим блестящим спектаклем «Маскарад». Спасибо. И мы оказываемся в Таллине не первый раз, и очень трудно, Кирилл Ильич сказал, что вы увидите блистательный спектакль. Нам бы очень хотелось, чтобы наш спектакль, который вы сегодня вы увидите, вам понравился. Но мне бы хотелось, чтобы и российское посольство, и посольство в Москве, чтобы наши связи были более крепкими. Ведь были когда-то, когда эстонские театры в вашем лице приезжали в Москву, тогда мы чаще приезжали в Москву, чтобы мы могли соединяться, а сейчас как-то мы очень разорваны. Но связь все равно продолжает существовать, потому что театральный институт имени Щукина поставляет выпускников, которые многие из них работают в русском театре в Эстонии. Поэтому связь как-то она существует. И так как весь мир консолидируется и собирается вокруг, я думаю, что нам тоже нужно быть объединенными для того, чтобы чувствовать себя, ну, как-то вот сильнее и ценнее. Поэтому мы очень рады, что вы приехали в Таллин, и мы надеемся, что мы тоже, ну ведь эстонские спектакли были на «Золотой маске», приезжал спектакль, поставленный Гасаном, он был в рамках «Золотой маски» в Москве. Поэтому мы надеемся, что связи, они будут крепнуть, и пятый, и шестой, и седьмой раз мы будем в Таллине. Спасибо большое.